Как могут студенты начинать практиковать уже в начале обучения, если они обучаются с нуля? Хороший вопрос. Смотрите, у нас в голове есть очень плотно вшит шаблон, что сначала выучили, да, сначала лекции, теория, а потом делаем, потом практика. Но сейчас эта парадигма в корне меняется. Потому что как учатся маленькие дети, вот если мы посмотрим, они делают и учатся, делают и, то есть обучаются в процессе делания. Естественно, если мы говорим о практике студентов-психологов, обязательно техника безопасности, это обязательно должно быть, но самое лучшее обучение – это обучение в действии, и сейчас весь мир к этому приходит.